Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самаюктам Виндаванам Манухарам Панча калпатару вашки пасинду бевачу. Патитананг павуне бхавишна бибхьо намо намаха. Мукам кароти вачаланг пангунг ланг хайтигирим. Ятки патаманг банде парамананда мадавам. Бриндавай тулсидеви пиявай кешвасача. Шна бхакти паде деви шатто баттои намо намаха Нараяна намаскитта норанчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катху падеш Гаурия патрашва пракасанеча Шадану ракта гуру бхакти жукто Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагна Мавишто Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панутопал Бхавад Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Бишфури жито кем пикво водушва дарши, Пурнану рагра сасагра сара мурти, Сарадхи камай када кипам. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхакта Винда, Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртанай капитаро камала хитакшо Вишам бару дижа бару джугадхарма пало Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Шанкиртанай Капитаро Камала Хитакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча муктинча дада синитам Бхаванурупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно прияманга мада апхарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджушва Бадане
Lakshmir jasya bhakshasi yasyaste hidaye sambhit tvam nishingamaham bhaje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Evam Guru Pashanaika Bhaktya Vidya Kutharena Sitena Dhira Bibhrishya jiva sayamayam apramatva sangbhrishya atmanam atho tajyastram. Evam guru pasanaika bhaktya vidya kutharena sitena dhira Bibhrishya jiva sayamayam apramatva sangbhrishya atmanam atho tajyastram. Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that you are going to take your own responsibility. You are going to take Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told то, что если вы хотите, что если вы надеетесь, то, что у вас есть, что вы считаете, что у вас есть что-то свое отдельное, то у меня нет связи с вами. Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru И вот Гаудия Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто на пути баджана имеют какие-то корыстные интересы, то они не имеют никакой связи со мной. A big hazard, no? I'm going to take all your responsibility, how to help you to cross this material ocean. Big headed. Popa speaking, вот Шрила Прабхупад говорит, что это проще построить тысячи больниц, всяких образовательных учреждений, чем освободить обусловленную душу. It is very, very difficult. I mean next to impossible. Next to impossible. Not impossible. Next to impossible. To deliver on Jivatma. You forget. И вот освободить обусловленную душу гораздо сложнее, чем строить госпиталь или еще делать какие-то материальные вещи. Вот кто-то приходит на путь баджана, чтобы достичь какого-то духовного блага, но в процессе иногда забывает, отвлекаясь на какие-то материальные вещи. Когда вы пришли сюда, вы думали, что вы обусловленная душа, и вам нужно духовное благо. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, что все образование, все, какие-то материальные заслуги, награды, медали, все, что у вас есть. Или, может быть, раньше то, что вы насобирали, какие-то медали, какие-то научные звания, какие-то подобные вещи. Шрила Прабхупада говорит, что вначале вы должны отказаться от всего, что у вас есть. Вы должны отказаться от всех материальных достижений, вы должны отвергнуть все это. First of all, you stop in a deep
заключается в том, чтобы начать путь на начать хари-бхаджан с чистым умом, с чистого листа, не привязываясь и не сравнивая это с каким-то прошлым материальным опытом. И вот если кто-то получил посвящение у меня, то значит, что человек буквально родился заново, получил духовное рождение, и что он родился прямо сейчас. И вот если вы получили посвящение от меня, зависите от меня, если кто-то получает посвящение по-настоящему, то он должен чувствовать, что он буквально заново родился, весь прошлый материальный опыт, его нужно отвергнуть, буквально даже забыть, кто из нас, наш отец, мать, с какой страны, с какой касты и прочие вещи. На самом деле мы хотим быть. Многие из нас хотят быть под контролем Майи. И мало кто хочет быть контролируем божественным гуру, вайшнавом, бхагаваном. Мало кто хочет быть под контролем такой божественной реальности. Многие пытаются сохранить какие-то корыстные интересы, это лицемерие, и поэтому не могут обрести никакого блага в духовной жизни. Я бы очень счастлив. И вот вот я никогда не хотел быть гуру, я хотел сделать вас гуру. Никогда не хотел быть гуру. Если я веду себя как гуру, мой характер, мой идеализм, моя жизнь подобна гуру, это моя жизнь. И когда правильный гуру, и когда мы можем наблюдать, когда достойный, правильный гуру, он, и к нему приходят правильные, достойные ученики, и это правильное совпадение, но оно очень редко, как в случае вот свадьбы, в случае семейной жизни есть термин такой раджаток или как-то так. И вот когда такие люди, они совпадают, и они настолько совместимы, настолько подходят друг другу, что называется такое раджата, буквально царская совместимость. Но такое редко бывает. И за всю свою жизнь я мало видел тех, кто счастлив после женитьбы. Какие-то проблемы возникают, это из-за того, что неправильные супруги у них. Если они не могли достичь того, кто идеально им подходит, то из-за этого множество проблем. Вот также с гуру и учениками. Если гуру, например, нишкинчан, никогда не стремится ни к деньгам, ни к славе, ни к чему. А ученик, видя невечность и изменчивость материального мира, такой зрелый ученик, он может принять подлинное прибежище вот такого гуру. И он понимает, что есть жизнь, каково влияние Майя. Но не гордится ничем. Он очень смирен. Как в случае
с вайшнавадасом. Можно встретить Джайвадхарму, он достойнейший человек, но он был в Майаваде. Но получив даршан чистого вайшнава, я сейчас приду к этому, один вайшнав может дать вам даршан и избавить вас от всех материальных обусловленностей. Если нет никакой вайшнава парадхи, настолько он могуществен, а видья. Чистый гуру вайшнав может избавить вас от всего невежества. Я вот приду к этому. И вот правильный ученик и правильный гуру, Гурудев Нишкинчан. Но ученик тоже не стремится к лабхе пуджи и братишти. Это правильное совпадение. В этом случае мы можем найти, что вся бхава Гурупад Падме мы можем найти в сердце ученика. Мы можем найти, что бхава Гурупад Падме, ее можно найти в сердце ученика. И вся сиддханта, весь этикет, все поведение, все можно найти. То в точности все исходит из Гурупад Падме, вся милость. И такой ученик зовется Снигдашиши, который может получить полную милость Гурудева. Снигда. Сложно перевести этот термин, буквально такой, но достойнейший, правильный ученик. И вот ученик, если можно это тот, чье сердце находится в полной гармонии с сердцем Гурупад Падме. Если вы сможете привести свое сердце в гармонию с сердцем Гурупад Падме, то никто не может, не сможет остановить вас. Но мы можем видеть вот такие строки в этом киртане. Это очень, киртан очень просто спеть, но понять и применить в своей жизни гораздо сложнее, поскольку наше сердце не совпадает с сердцем Гурупад Падме. Гурупад Падме хочет использовать вас в Харисеве, в Гуру Севе, а вы хотите занять Гуру в служении себе. И много раз я говорил, что прийти и смотрите. И вот прийти и смотрите всегда существуют вместе. Прийти и смотрите, как хлеб и масло, например. В английской пословице «хлеб с маслом – хорошая еда». Такая пословица, ну, там игра слов такая, что «хлеб с маслом – оно одно слово». Значит, как бутерброд. То есть, если подумать, посмотреть, то тут бутерброд одно слово, а некоторые понимают, как два отдельных продукта, но это не так. Как вот в другом высказывании говорится, что наука и философия должны развиваться вместе. Если есть наука, то и философия должна быть, стоять за всем этим, а иначе откуда эта наука возникла? И вот наука и философия идут вместе, и что я хочу сказать? Прийти и смотрите. You can think
можем подумать, что сами мы можем подумать, если у вас есть какая-то любовь с девушкой, вы, естественно, помните ее образ, он всегда в уме, это естественно происходит. Не нужно как-то специально медитировать на нее, куда бы ни, вы ни шли, что бы ни делали, вы помните ее. Поскольку у вас есть такая любовная связь, и матери не нужно напоминать, что ее ребенок 4 часа приходит из школы, его кормить надо, это естественно, она автоматически все делает для него. Но для других детей она так уже не будет делать. Это влияние майи. Если у нас есть связь с кем-то, мы автоматически что-то делаем для них. И вот Шрити, Смрити и Прити. То есть, если у нас есть чувство к кому-то гуру вайшнавам, то и памятование о них будет естественным. А если нет чувства, то и помнить мы не будем. So priti and sriti goes together. Be careful. No priti, no sriti. No priti, no sriti. It's quite natural. So I was speaking right guru and right sriti. If there is a right matching between guru and sriti, guru and shishya, if there is right matching. Вот если есть правильное совпадение гуру и ученика, я могу показать вам вот несколько примеров в истории вайшнавской философии. Иногда случается, если гуру и ученик, они гармоничны, они подходят друг к другу, то ученик достигает огромного успеха. Ишвар Пурипат и Мадхаведа Пурипат, например. И таким образом я могу показать вам, что Гададхар Пандит и Пундарик Виданитхи, они подходят друг к другу. И вот Сиддханта Вичар Шастра, если есть правильное совпадение между гуру и учеником, если они подходят друг к другу, то возникает связь сердец, очень глубокая связь, и в этом случае ученик может обрести полную любовь Гуру Падме, его обрести его полную милость. И также Гуру Падма, он получит такую преданность от своего ученика, естественную, трансцендентную. Но если ученик приходит к гуру к какими-то корыстными мотивами, то в этом случае ученик не сможет обрести совершенного руководство. Это невозможно. Рай Рамананда, он вечный спутник Шримана Махапрабху и Махапрабху, и Рай Рамананда, Сварупа Дамодар. Они обсуждали сокровенные лилы Радха Говинды. Рай Рамананда, Махапрабху и
Они не говорили об этих сокровенных лилах в открытую. Не было никаких посторонних людей, они обсуждали между собой. И так или иначе, о Рамананде мы должны понять очень важное, то, что если вы хотите обрести общение с саду, будьте осторожны. Вы должны дважды подумать перед тем, как совершать саду-сангу, поскольку вот саджати раса есть нигде санго-сатува. И здесь говорится, что все, весь наш ашашо, наша высшая цель, наше желание сокровенное, и его желание, того саду, с кем вы общаетесь, они должны быть похожи или едины еще лучше. Если вы хотите обрести общение с саду, в начале всего вы должны помнить то, что вам нужно высшая саду-санга. Не то, что... То есть саду-санга должна возвысить вас, а не сбросить с духовного пути. И мы совершаем саду-сангу для того, чтобы возвыситься, прогрессировать, а не для того, чтобы упасть. И поэтому все общение, которое вы обретаете в вашем обществе, если вы находите, что оно не для того, что оно плохое, что там одни обусловленные души, не опасны, заняты всякой политикой, коммерцией и прочими материальными делами, то с такими людьми сложно достичь чего-то духовного вообще. Если наша гуру-варга хочет общество построить, почему? Чтобы мы смогли прогрессировать на пути нашего баджана. А вот сейчас идеализм, к сожалению, уже не таков. Все. Ну, когда теряется стремление к качеству, то возникает стремление к количеству. И вот идеализм, он так теряется. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, если кто-то организует какое-то общество, если вы вот создали какое-то общество, чтобы поддерживать храмовое служение, нужны люди какие-то, чтобы все это делали. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, чтобы поддерживать общество, храм, нужны деньги, нужны люди, деньги, какие-то материальные вещи. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, но это не значит, что вы должны нанять каких-то непонятных людей без всяких принципов. У всех обусловленных душ есть какие-то опасные желания. И вот, ну, в общем, смысл о том, что нужно следить, кому давать дикшу. Нужно не по кому, всем, не кому попало давать, а именно достойным людям. И вот и такие люди не могут утвердить никакого идеализма. И что говорить об этом? Наоборот, они будут позорить общество. They can hate.
То есть, если такие люди приходят в какую-то духовную организацию, то они только позорят ее, и люди, видя, чем они занимаются под именем этой организации, уже испытывают только презрение. И вот Рай Махашой, если вы хотите обрести общение с Рай Махашоем, это моя просьба, пытайтесь понять ваше положение. Если вы не можете понять его, то не сможете понять действия Рай Рамананды. Как я говорил, в случае с Пундарик Вигьянитхи, все действия Пундарика Вигьянитхи, наш Гададхар Пандит не мог понять. Это было подобно драме, это была лила. Я не могу сказать, что Гададхар Пандит глуп, и поэтому ничего не понял. Нет, это была такая лила. Но все же мы учимся от них, и Гададхар Пандит не смог понять все божественные действия Пундарика Вигьянитхи. И вот, если вы не можете понять слова или действия чистого Вайшнава, то вы можете сомневаться в чем-то. И в этом случае это может быть с причиной вашего падения. Я в тот раз говорил, что самый простой путь достичь Галоки – это садусанга. И также самый простой путь попасть в ад – это тоже садусанга. И вот мы должны обрести общение с таким саду, который возвышен. Причем, если он слишком возвышен, то это проблема, то, что вы не сможете понять его. Может быть, слишком возвышен, что слишком непонятен для вас. И поэтому сада должен быть тоже подходящий именно вам. И также мы должны искать саду в своей сампрадае. Если мы будем искать в Рамануджа сампрадае, то толку от этого не будет. И поэтому, если мы хотим обрести подлинное духовное благо, мы должны найти такого саду, кто с нашей сампрадае и гораздо более возвышен, чем мы. Но, опять же, не слишком возвышен. Я видел, я вот пример могу привести, список написать. Очень большой. В Гаудия Вайшнавском обществе. Если посмотреть на статистику, то можно найти большинство слуг Гопад Падме, они пали вскоре. Поскольку они не смогли понять настроение Гуру Пад Падме, находили какие-то недостатки в нем, обусловленные в душе. Она всегда находит недостатки во всех, даже в Гурупад Падме, то, что не так ест, не так спит, или не так говорит, или еще что-то. И вот обусловленные души находят недостатки даже святых, и в итоге это становится причиной их падения. И вот если составить список всех и посмотреть, те, кто... Externally, they have done woman association or something else, or something secretly, not openly published. They have heard of, but openly not everybody can don't know. Everybody don't know how and when they fall down. They cannot understand the when. Вот можно видеть, что большинство слуг Гуру Пад Падме, они падшие души, что вскоре становятся, если посмотреть на их слова, на их поведение, на их суждения, на их действия, то можно заметить, что с ними что-то не так. Конечно, если вы зрелые, можете видеть все это.
И вот если мы служим Парамахамса Гуру Падпадме, мы должны быть очень осторожны и понять Вани Сварупу Гуру Падпадме. Например, мы служим Шили Бхакти Прамоду Пуридев Гусей Махараджи. Я служил, спал у его двери, как собака. Я помогал ему всячески, но никогда не пытался находить никаких недостатков в Гуру Падпадме. Когда я бы не приходил к нему в комнату, он звал меня. Звал меня часто, и вот, когда бы я не заходил в его комнату, я чувствовал, что я пришел к Бхагавану, и какое-то божественное чувство возникало в сердце. Не знаю почему, но когда я заходил в его комнату, как-то все менялось. Стоило выйти из его комнаты, как это чувство пропадало. Но и вот когда я даже служил ему ночью, он помогал в туалет ходить и омываться. И вот то, что он говорил, то, что он делал, я видел. И поэтому и у меня есть такой практический опыт, я видел и мое отношение к Гурудеву, как к Бхагавану. Я видел, как он спит, он под видом сна всегда повторял святые имена, я никогда не могу забыть его и понять его превратно. Однажды я совершил одну ошибку. Я думаю, это большая ошибка, но с чьей-то точки зрения может быть не так. Но этой ошибки было для меня достаточно, чтобы исправиться. Однажды Гуру Падпадма, он сказал, позовите Шримала Кришну. Я пришел. И вот он сказал мне, я думаю, там какие-то муравьи в моей кровати, в моей постели, посмотри. Я посмотрел. Я случайно сказал, где муравьи, ничего нет. И Гуру Махарадж разозлился, сказал, что тебе показать, где там муравьи водятся. И я был испуган. Действительно, я не должен был так говорить. Это как вызов Гурудеву, где тут эти муравьи. Я мог бы сказать, что не вижу никаких муравьев. А зачем мне надо было говорить, где же тут муравьи? И вот этого одного случая было достаточно, и в тот день это изменило всю мою жизнь с тех пор. Я был очень осторожен, совершал вани севу и для любую другую севу я был очень осторожен. И вот в этот день я получил огромный урок. Я просто сказал, где же тут муравьи? Гурудев не ответил, что мне показать тебе, где эти муравьи. Мне не следовало бы так говорить, но мог бы сказать, что не вижу никаких муравьев. Зачем нужно было говорить, где тут эти муравьи? Это было подобно вызову. И с тех пор я извинился, он простил меня, и с тех пор я никогда больше не совершал оскорбление, поскольку я знаю, если совершу оскорбление лотосным стопам Гуру Падпадме, я не смогу произнести ни слова Харикатхи. Можем ли мы совершать баджан или нет, это не столь важно. Главное, чтобы мы не совершали никаких оскорблений, и общение очень важно. Поскольку в соответствии с нашим общением, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Саду Санга, bad luck, what to do? Nobody likes to do Guru Seva.
Мало кто готов совершать гуру-севу. Даже сейчас я не могу найти никого, кто бы мог полностью посвятить себя гуру-севе. Ванишева и Вапушева. Если мы не... Если мы не будем уделять одинаковое внимание Ванишеве, Вапушеве, и служение учению Гурудева, и служение его Божественному телу, и это будет причиной нашего падения, может, внешне это будет незаметно сразу. Но в итоге появится и вот Ваня, и Вапушева. У Гурудева есть божественные наставления, это его учение. Если мы не сможем понять Вани учение, наставление Гурупадмы, это станет причиной нашего падения, никто не сможет спасти нас. Такого сиддханта, как математика. Если некоторые можно видеть, заинтересованы только Вапушеве, то есть служение телу Гурудева, но совершенно не интересуются его учением, то такие люди всегда падают, можно видеть, они сбиваются с пути. И вот перед тем, как говорить о Рай Рамананде, мы должны понять, где мы находимся с вами, иначе мы превратно поймем Рай Рамананду. Саду-санга — это не шутки. Если мы получим общение с Шилой Пури Госвами Махараджа или Шилой Сиддхартой Госвами Махараджа, то тогда никто не сможет остановить нас от духовного прогресса. И согласно Парамахамса Даршану, я должен понять, что вы все мои шикшагуру. Вы все мои шикшагуру. Я никогда не говорю, что вы мои ученики. Что вы даете мне возможность исправить себя, говоря харикатху? Конечно, если я не утвердился на абсолютном уровне, я не смогу говорить об абсолюте. И вот Прадюмна Мишра. Один из учеников Чайтаньи Махапрабху, он находился в Пурушоттам Даме. И вот он однажды спросил Махапрабху, и вот сегодня или вчера кто-то мне сообщение прислал. Я думал, он приходит, чтобы какое-то благо от меня получить, но потом понял, что он хочет меня отругать. И вот я хотел показать ему какую-то сиддханту, а он мне привел противоположные аргументы. И вот он привел пример, что мы не должны находить недостатки у других, как Рамачандра Пури. Я не знаю, почему он ученик Вамана Махараджа. Или нет, поскольку его действия и слова говорят противоположно. Если такой человек говорит так, то это значит, что он никогда не видел силу Вамана Госвами Махараджа и его учения, причем вообще. Я могу сказать это с полной уверенностью, что он просто шпион какого-то общества.
я вот за свою жизнь никуда специально не езжу, люди сами приходят ко мне. И вот я сказал ему, если кто-то критикует гуру, настоящих гуру Вайшнава, то наша обязанность дать должный ответ. Это наставление Шрилы Прабхупады. Валлабхачарья, он критиковал Шридхара Саипада и Махапрабху, отругал его. И Махапрабху, он явно не находится на уровне Рамачандра Пури, поскольку Махапрабху, он... И вот когда кто-то критикует нашу Гурвагу, если мы будем не будем способны должно ответить на это, прикрываясь какими-то высокими словами, то что толку от этого? Вот если мы не гневаемся на тех, кто оскорбляет нашу гурвагу, это значит, что у нас нет связи с нашей гурвагой. Это научно и логично. Если мы слышали, что кто-то оскорбляет нашу гурвагу или гаудиматху, если мы не гневаемся, это значит, что у нас нет связи с этим гаудиматхом и с этой гурвагой. Это значит, что мы не вайшнавы, поскольку у нас нет связи с гурвагой. А если бы была бы, то мы гневались на таких людей. И вот главный признак вайшнава — то, что у него есть вера в Гуру Парампару, в нашу сампрадаю и гурваргу. Но у нас нет веры в гурваргу. И вот у них они не видели трансцендентное тело и вообще ничего от Шрилы Рамана Госвами Махараджа, что говорить о том, чтобы получить дикшу от него. Если вы не видели вашего Гурупад Падму, как вы можете получить дикшу, вы не понимаете, что я хочу сказать. Очень глубокая философия здесь. Если я не смогу понять, что такое Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, то что за дикшу же я получил? Вначале нужно осознать Гуру Татву.
I wrote him, I'm very happy. I'm very happy to read your letter. I'm very happy. I'm not happy. Very happy. But anyway, I am going to follow Bhakti Siddhanta Saraswati. You can follow your own track. I don't know what kind of religion you have taken from Bhamanga Samaj or Kesava Samaj. I don't know. But I like to follow according to instruction of Guru Bhagavad, my Guru Bhagavad told, you must follow Bhakti Siddhanta Saraswati. That's why I follow. Гуру Падма сказал нам, чтобы мы следовали Шриле Прабхупаде Бхакти Сиддханте Сарасвати. И таким образом, смотрите, перед тем, как обрести какое-то общение с Рамананде, мы должны понять его положение. И вот Прадюмна Мишра, он хотел услышать Харикатху от Махапрабху. И вот он попросил Махапрабху, что хочет услышать Харикатху от него. Тот сказал, что я не знаю никакой Харикатхи, я слушаю от Рай Рамананды, но его нету. Он в деревню свою уехал. Можешь туда поехать и услышать Харикатху от него. А почему Махапрабху сказал, что не знает никакой Харикатхи, поскольку он сам Кришна? Шичитани Махапрабху сам Кришна. Кришна не может говорить о себе, хотя в форме Шичитани Махапрабху он что-то говорит, но поскольку он сам Кришна, не может в полной мере о себе рассказать. И поэтому он сказал, что лучше иди к Рай Махашаю, и ты услышишь Харикатху от него. И вот Махапрабху говорит, вы очень удачливы, что вы хотите слушать Харикатху. Те, кто заинтересованы в том, чтобы слушать Харикатху, они все очень удачливы, Махапрабху говорит на Бенгале. Те, кто имеет вкус к Харикатхе, они очень и очень удачливы, поскольку нет никакого другого пути достичь Верховного Господа, кроме слушания Харикатхи от чистых гуру вайшнав. Мы думаем, что мы слушаем Харикатху, но наше слушание Харикатхи, совершенно ли оно? Поскольку правило таково, что нужно слышать Харикатху с полным самопреданием, а если кто-то слушает с таким с вызовом, то это неправильно. Этого гену, как развить, мы тоже не сможем ее развить из-за того, что мы не следуем формуле, показанной Шиманом, показанной Бхагаваном Шри Кришной. И какова эта формула? Татвитхи Пранипатана. Вот это шлока. Вот это шлока. Очень важное. Мы должны помнить. И поскольку Бхагаван Си Кришна говорит «Таттвитхи Панипатана», «Таттвитхи, будь уверен». Панипат значит полное самопредание, парипрашна, задавание достойных, правильных вопросов. Парипрашна и сева служение, три условия мы должны исполнить. Иначе мы не сможем обрести татвагьяну, даже услышав об этом, мы забудем, если мы не совершаем севу. И вот пранипат, парипрашна и сева, три условия. Не исполняя их, эти три условия, вы не сможете обрести татвагьяну.
Можно вспомнить, я начал с важного. Если вот правильный ученик и правильный гуру, которые подходят друг к другу. И вот сейчас я хочу прояснить нечто важное. Это связано с первой шлокой, с которой начал. Вот что здесь говорится. Если я пришел к Шиле Бхактивинода Тхакура, например, здесь, или Шила Бхактисиддханта Сарасвати с хорошим, чистым умом. Может, мы совершали какие-то грехи в прошлом, но мы искренне. Но мы не совершали никаких вайшнава аппарат, может, какие-то грешки. Но сейчас я могу понять, что эта жизнь не вечна, как мы можем спастись. И вот с таким настроением, если я приду к Шиле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати или к Шиле Бхактивинода Тхакуру и получив их дарша, поклонившись всем, они могут избавить нас от невежества. Мы не верим. Они могут избавить нас от невежества. Авидья значит вот невежество. Даша, вот это шлока. Кто-то поет киртаны, но не понимает их значения. С помощью даршана можно. И вот Нарутан Такур говорит, если вы примите омовение в Ганге, вы очиститесь, но вайшнава стоит только увидеть, и он уже очищает вас, и чтобы избавиться от невежества, наши персональные попытки, они незначительные, пытайтесь понять то, что говорю. И вот, поскольку просто получив даршан гуру вайшнава, в наше невежество, оно уйдет прочь. Это не всегда случается, кто-то оскорбление совершает, кто-то лицемер. Но если все идет правильно, то вот так и происходит, как я говорю. И в этом случае гуру вайшнава, они избавят нас от невежества. И вот, чтобы избавиться от невежества, наши собственные попытки не очень, они тщетны. Но мы должны помнить внутри нас, видя знания и невежество, они присутствуют. Не все об этом думали. Если вообще кто-то думал о том, что в его сердце может быть как знание, так и невежество одновременно. Мы не знаем, что вот видя и авидья находятся внутри нас. Не только невежество, а знание также присутствует. Но это видео. That vidya you will have to kick out, but not now. But not now, after some time. When that time, suppose I am taking one cutter, you know cutter? I am cutting.
building in Kathmandu. And I like to make way through forest. Пример Махарадж приводит, если нужно пройти через джунгли, они часто так заросли, что не пройти, поэтому надо взять топор и разрубить себе путь. Но потом, как мы прочистили себе дорогу, то уже можно без топора идти. И вот о виде они в нашем сердце, не только невежество, и о виде невежества можно избавиться от нее по милости гуру Вайшнава. Но виде знания не так просто избавиться от него. И вот относительно избавления от виде от невежества, это очень легко по милости гуру Вайшнав, сложнее избавиться от знания. И вот мы должны протянуть нашу руку Гурудеву и попросить о помощи, как тонущий человек, он хватается за соломинку, за любую возможность спастись. И вот так его кто-то может вытащить из воды. И если вы хотите избавиться от невежества, будьте осторожны. И вот, чтобы избавиться от знания, то нужно, от неправильного знания, видимо, нужно протянуть руку Гуру Падме, поскольку не избавившись от... И вот авидья, она приведет нас к опасности, это невежество. Но это как бы естественно, видя какое-то знание, оно тоже может стать причиной нашей обусловленности. Но с другой стороны, как-то косвенно, если невежество прямо служит причиной нашей обусловленности, то знание, оно косвенно. И поэтому нужно избавиться от всего этого и обрести паравидью. А обычное материальное знание мало помогает на пути баджана. You should understand your position. If you are not in a position to take all paravidya from Guru Bhagavatam, then you are failure. Like I already told. Но опять же, не каждый может принять паравидью от Гуру Махараджа, как вот пример с Брихаспати, Индра и Бали Махарадж, они оба учились у него. Они хотели обрести Брахма-видью. И вот они слушали от Брихаспати одновременно. То же самое, естественно. Они сидели, слушали Брихаспати одновременно. Но в соответствии... Вирочан, точно. Отец Бали Махараджи. И вот они сидели, слушали, но из-за разных самскар Индра понял одно, Вирочан другое, поскольку их самскары разные. Как на берегу Ганги можно видеть множество деревьев, вот, например, деревья Нима и Манго. Дерево Нима дает очень горькие плоды, очень горькие листья и все остальное, а Манго дает сладкие.
хотя они растут на одной земле, пьют одну воду Ганги, одно солнце на них светит, одним воздухом дышат, но из-за различных самскар манго очень сладкое, а ним очень горький. Хотя растут в одном месте и все одинаково. И вот, если вы находитесь в правильном положении, чтобы принять Паравидью от Гурупад Падмы, это возможно только с помощью следования вот этим трем принципам Тадвити Парипад, Парипрашна и Сева. Если у вас какое-то лицемерие в Гуру Севе, вы станете каким-то демоном, уважаемым, причем может человек просто уважаемым быть, но внутри быть демоном. И вот относительно И вот мы должны быть искренни, когда я встретил Гуру Пад Падму первой жизни, это было подобно эволюции в моем сердце. И вот он говорил мне о распространении премы, что необычно, если кто-то новый человек говорит, приходит, нужно говорить что-то простое, что-то о душе и такие простые вещи. Но Гуру Махарадж говорил о том, как Махапрабху раздавал прему. И потом, спустя много лет, я понял, почему. Иногда я задавал вопросы Гуру Пад Падме давно, когда только пришел, у меня так много вопросов было, поскольку сразу я очень много читал. Перед тем, как прийти в Матх, я все читание Бхагавату, читание Чайтамриту, Шримад Бхагаватам и все остальное я уже прочел. И вот я ночью читал читание Чайтамриту, когда все спали. И у меня было прекрасное чувство, я читал читание Чайтамриту, я думал, как я уже что-то знакомое. У меня такое чувство было, когда бы я не читал читание Чайтамриту, у меня было такое чувство, что это знакомая книга, может, с прошлой жизни или еще откуда-то, или Шримад Бхагавата Махапурану. Я чувствовал, они известны мне. Или Бхагавад-гиту. И я задавал вопросы Гуру Пад Падме. И Гуру Пад Падма смотрел на меня и смеялся, и ничего не отвечал. Много раз я задавал такие вопросы, но Гуру Пад Падма ничего не отвечал, просто смотрел на меня и смеялся, но ничего не отвечал. И сейчас я понял, почему он не хотел отвечать на мои вопросы, поскольку я был глуп. Если бы он начал отвечать, я бы не понял. И сейчас, по его милости, что-то я осознал. Он здесь, не то, что он ушел, нет, он ведет меня всегда. И таким образом, от видья, от знания тоже нужно отказаться. И поэтому вот в этой шлоке говорится, вот я вам, значит, таким образом, каким образом?
И вот таким образом нужно совершать особое служение Гуру Падпадме всем сердцем. Это было должно быть от всего сердца, а не на показ. И тогда можно достичь успеха. Иначе Гуру Падпадма, он даст вам какие-то материальные вещи. И таким образом обманет вас, поскольку вы забудете о подлинной цели. И вот особой преданностью, с особой преданностью мы должны служить Гуру Падпадме. Упасана здесь значит санскритское слово. Упасана значит упа плюс асана. Упасана значит упа плюс асана. Значит, мы должны сидеть перед Гуру Падпадмой всегда. Находиться, ну как, сидеть рядом буквально. Здесь иносказательно говорится, что мы должны находиться рядом с Гуру Падпадмой всегда. Даже если Гурудев ушел с этого мира, мы всегда должны находиться рядом. Мы должны всегда думать о нем, в уме находиться, никогда не поворачиваться к нему спиной. Вот пытайтесь понять, что я говорю. Я имею в виду, мы должны находиться все время, каждую часть секунды. Мы должны находиться перед Гуру Падпадмой лицом к лицу и поклоняться ему всегда. И Шрила Прабхупад говорит, в тот момент, когда вы прекратите совершать поклонение Гуру Падпадме, это будет время вашего падения. И Гуру Падпадма говорит, и вот Шрила Прабхупад говорит, что мы всегда должны совершать поклонение Гуру Падпадме каждую часть секунды. Видя Кутарена. И вот здесь знание Видья сравнивается с мечом, которое можно вырубить все невежество. И вот мы должны избавиться от всего невежества с помощью меча знания. И когда все это Видья и Видья ушли, мы должны заниматься севой. Мы должны служить Гуру Падме Бхагавану, и тогда мы обретем пара видео. И вот если мы достигнем паравидьи, то уже ничего другого нам не понадобится. И вот Рай Рамананда — это Вишака Саки. Это не шутки. И Прадюмна Мишра был отправлен Махапрабху слушать Харикатху от Рай Рамананды. Он превратно понял его, Рай Рамананду. Поскольку он когда пришел туда, Рай Махашо был занят, и слуги сказали, что он занят, чем занят, что делает. Ну вот тут это несколько девочек, он их учит танцевать. И Рай Махашо, и он их моет, омывает, массажирует, одевает, учит. Джаганнат Валабхнатаки, книга такая есть, написана Рай Рамананды. И вот он, это танцы для Джаганнатха в соответствии с Бхавой, написанной в этой поэме. И Рай Рамананда, он учит их танцевать для Джаганнатха. Кормит их, переодевает, все делает им. Но он не возбуждается на них. Но Прадюмна Мишра подумал, что ой-ой-ой,
чем что занимается. Тут женщина учит чему-то, ну, в смысле девочек. Так подумал, что что-то плохое про него, и вернулся. И сказал, ты уже услышал харикатху от Рай Махаша, и не вышел там, не дай Бог. И Махапрабху понял. Что он совершил оскорбление, превратно понял Рай Махашая и готов буквально в это отправиться. И вот он начал говорить ему сокровенную Сиддханту, он хотел прояснить все его сомнения. И вот Махапрабху говорит, смотрите, я саньяси. Но все же я боюсь женщин. Что говорить о женщине? Если слышу имя женщины, я и то боюсь уже. Но Рай Махашай, он единственный, кто не чувствует никакой реакции. Махапрабху знал все. Он находился в сердце каждого. И тогда можно задать вопрос, почему Махапрабху не наказал Рай Махашая, в то время как он наказал что-то Харидаса, маленького Харидаса. Тот ничего не делал, просто подумал. Внешне ничего не сделал. Просто во мне подумал, что неплохо бы насладиться с этой служанкой Мадави, и Махапрабху его выгнал. И тот же самый Махапрабху, он прославляет Рай Рамананду. И какова же причина? Вроде похожий случай, но как все разное. И Махапрабху хотел прости, смотри, я саньяси. Я чувствую реакцию, когда я не только вижу, но и слышу имя женщины. И вот мы знаем, его тело апракрита. Смотрите, он моет, делает массаж, одевает, переодевает, учит танцевать красивых молодых девочек, но не чувствует никакой реакции на них. Вот я, многие, если не все, просто видя женщину, уже возбуждаются и даже когда видят какую-то статую красивую, не то, что она женщина настоящая. И вот только Рай Рамананда может беспристрастно смотреть на них. И это признак того, что он, его тело трансцендентно, он смотрит, переодевает их, моет, купает, кормит, но не чувствует никакой реакции, поскольку Рай Махашой служит им как Вишака Саки служит Радхаране. Рай Махашой не думает о себе, что он мужчина. Он никогда не думает о себе так, что я мужчина, могу наслаждаться женщинами. Нет. У него таких мыслей нет.
И вот мы должны понять положение Рай Рамананды, так много Сиддханты о Рай Рамананде, но времени мало на все. И вот о том служении, которое совершал Рай Рамананда, и также если вернуться к реке Годавари, где началось обсуждение, где говорили, вот Рай Рамананда Самвад произошел, это великолепно. Махапрабху хотел открыть все сокровенные вещи Баджана с самого начала. Варнашам Дарма, после этого Кармарпан. И вот в Брихат Бхагаватамрите, когда Махарадж начал ее говорить, и вот она началась с Кармаканди Брахмана, и потом постепенно все выше, выше и выше, и докуда мы дошли. И также обсуждение вот, между Рай Рамананда и Махапрабху в Рай Рамананда Самвате приняло такой красивый оборот. Так постепенно они все выше и выше поднимались, более, о более сокровенных вещах говорили. И Махапрабху был очень заинтересован в том, чтобы слушать. Рай Махарадж сказал, что ты говорящий, и ты слушающий. Рай Махарадж сказал, ты говорящий, ты же слушаешь. Ты говоришь из моих уст, и ты же слушаешь. Рай Махарадж сказал. И вот Гурупад Падма, он говорил, если у вас нет знания о Санатана Шикше, у вас нет знания о Рупа Шикше или о Рай Рамананде, то будьте уверены, что вы не сможете совершать баджан. Баджан для вас тогда невозможен. Гурупад Падма говорил об этом. И вот Рай Рамананда Самвад я тоже говорил. Я говорил о нем ранее. И вот так много вещей. И вот я, Махарадж, говорил о введении в Расалилу. Это месяц заняло. Много лекций на эту тему было. Но кто может все это принять? Сейчас мало кто хочет стать учеником, многие хотят стать гуру. Только я хочу стать учеником. They can find some faults. They can find some faults from Guru Padma. That they can. That they can. So, Rai Mahaswai, today is a Tirubhakti thing. Вот, it's a big discussion. Day by day, Rai Ramananda, мы будем говорить о нем больше. Я продолжу следующий его день явления или ухода. И с разных углов и точек зрения будем вспоминать его.
И вот мы просим прощения, если осознанно или неосознанно совершил какие-то оскорбления лотосным стопам Рай Рамананды, и мы просим его о милости, чтобы понять, что такое Рупануга и Рагануга Баджан. Я буду продолжать говорить на эти темы. Апрамутто сандрисчо атманам атхо дайграстха. Панча бхагавадхи. Пасин бхагавадхи. Титанан павану бхагавишна пьюрна. So, long time we are not discussing Chaitanya Bhagavata. The devotee is speaking. So, what to do? I cannot make up any time.